Вчора ми почули гарний фідбек від менторів, і ми зрозуміли, що нам треба змінити свій хакатон-проєкт. Тепер наш хакатон-проєкт – це презентація. Тобто ми виключно працюємо над тим, як презентувати свій проєкт. Поїхали! Що таке Тройдер? Тройдер – це інформаційна платформа для відбору кращого інформаційного контенту на основі економічного механізму, що дає можливість фінансувати журналістів, дає можливість активним глядачам, яких надалі ми будемо називати інвестори, заробляти гроші та впливати на контент, а телеканалам отримувати гарний контент. Куди можна зайти? Через Facebook чи реєстрацію розміщено десятки відео у різних категоріях. Актуальні новини, мистецтво, таланти, спорт, подорожі і технології. Усі вони борються за право бути кращими. Це етап подачі авторами відеороликів. Наступна сходинка – власне інвестування. Ти обираєш уподобане відео, голосуєш за нього. Просто поповнюєш рахунок та надсилаєш обрану суму уподобаному відео. Голосуєш грошима, а не лайками. Грошима, які надалі приноситимуть прибуток. Повір, лайки не мають такої переваги. Тепер проста математика. Загальна сума коштів, зібрана інвесторами усіх роликів, розподіляється наступним чином. 10% отримують автори, ще 10% йдуть на обслуговування системи. Решта розподіляється між інвесторами роликів-переможців. Але це ще не все. На додачу інвестори-переможці отримують додаткову нагороду від телеканалів, які транслюють переможні сюжети. Як працює наша бізнес-модель? Активні глядачі можуть зайти і проінвестувати $1 подобаний ним відеосюжет. 10% від інвестованого відеосюжет йде авторам. 10% бере система як комісія. 80% всього інвестиційного пулу розподіляється між виграшними сюжетами, між інвесторами, які інвестували в виграшні сюжети переможців. Виграшними сюжетами переможців вважаються ті, які набрали найбільше інвестицій. Ми плануємо продавати контент, створений на нашій, кращий контент, створений на нашій системі телеканалам. Для українських телеканалів ми плануємо давати його безкоштовно. Тож, подивимося, що таке контент на нашому сайті. 6 місяців тому перший відеоконтент. Як ми бачимо, дуже низька якість. Це не професійні журналісти, це просто студенти, які вирішили спробувати. Не пам'ятаю, про що сюжет, мабуть, щось про моду. Сьогодні сюжети від наших журналістів на Тройдер, який уже набагато кращому качестві розповідає про подію, яка сталася вчора чи позавчора у Києві. Цей самий сюжет про цю саму подію від ТСН, щоб ви могли зрівняти якість сюжетів. Ви можете підійти, подивитися повністю сюжет ТСН або наш сюжет. Уявіть якість контенту через 6 місяців на нашому порталі. Де ми бачимо себе? Якщо розглянути всю площину інформаційного контенту, то можна поділити на дві осі. Це стоїть дуже дорого безплатно, одна ось, і дуже качество дуже плохое, і качество дуже хороше. Якщо ми візьмемо вести, роздаються безплатно, качество дуже плохое. Твіттер, качество краще, також безплатно. BBC News, качество хороше, но не актуальне, поэтому такое средненькое. Надо чуть-чуть денег платить. Громадське UA, треба платити трошки грошей, і качество там дуже гарне. Bloomberg, хороше качество, дорого. Ми вбачаємо себе, що ми зможемо зайняти оту позицію, тобто безкоштовно для глядача і в гарному качестві. Кінець.
динамика, изменения. Все хорошо, менторы, отметьте что-то. И, ну, короче, коротенько ваше мнение. Прошу. Сейчас у тебя понятно с идеей, понятно с механикой, каким образом будете отбирать видео. Здесь стоило бы еще, наверное, подумать о том, каким образом вы будете создавать качественный контент и кто будут ваши инвесторы, чтобы они отражали, ну, как бы, чтобы их мнение говорило о том, что сейчас зрители хотят видеть. Чтобы те видео, которые они отбирали, они были действительно популярны, и вероятность была очень большая, что они заработают много просмотров. И второй момент, там у тебя было по поводу того, что телеканалы будут платить за это видео. У региональных телеканалов денег, как мы уже поняли, нет. И, возможно, тут стоит позаботиться о том, чтобы вы находили какие-то источники дополнительного финансирования, которые, ну, например, какие-то компании, которые бы финансировали эти видео для телеканалов, а взамен вы бы там в этих видео какой-то product placement делали. Ну, то есть еще одна как идея монетизации, просто подумать. Еще вопросы, мысли менторов. Я хочу немножко маленькую реплику сделать. Это если, ну, мы про, если говорим про украинские телеканалы, то для украинских телеканалов контент будет бесплатный, это раз. Поэтому, а если мы говорим про региональные телеканалы Соединенных Штатов Америки, то извините, там деньги у них есть. Ну, насколько будет интересно региональным американским. То про региональные, ну, если мы берем там любой там кабельный канал региональный американский, то деньги у них есть. Да. Ну, вот, знаете, я, честно говоря, все еще по поводу инвестора, ключевой единицы, которая придет и заплатит доллар 10, 20 и так далее. Подумайте, может быть, в других формах инвестировать. Условно, я могу заплатить доллар, а могу посмотреть два ролика на YouTube, да, то есть которые, ну, там условно по-другому как-то поддержать вас, ну, рекламных я имею в виду, да, то есть, и, ну, у меня есть ощущение все-таки, что это какой-то, ну, не знаю, это какая-то опция, игра, что-то такое. Какой-то условно уже раскрученный благосфит. Ну, то есть это потому что, понимаете, очень нужно, ваша главная будет задача привести на вашу платформу людей. То есть и все это, весь этот маркетинговый бюджет, это, ну, то есть, может быть, это развивать именно как приложение к тому, что уже. Ну, у нас есть активные пользователи, которые инвестируют. То есть вот они фактически выбирают контент и инвестируют. Сколько? У нас наши последние. У вас уже есть. Давайте разберемся с тем, сколько у вас пользователей. Последний эпизод у нас была инвестиции 156 пользователей проинвестировало. Этого, как мы понимаем, мало, потому что всего-навсего $15 идет авторам, а мы понимаем, что нам надо, чтобы, ну, если у нас там 5 авторов, то надо, чтобы им шло хотя бы в сумме $100-$200, а то и больше. Ну, смотрите, кстати, $15, если сравнить, например, с зарплатами, с гонорарами за сюжет, даже на национальных телеканалах украинских, да, где там, я не знаю, там стоимость сюжета может выражаться, я не знаю, 400 гривнях. Да? И это платится съемочной группе, которая, например, я не знаю, ровно снимает сюжет для нового канала или для ICTV. То есть порядок цифр там примерно такой. Соответственно, $15 это примерно та же цифра. То есть как для рынка это уже неплохо. Но я бы вернулся к мысли Кати. Вот то, о чем, как мне показалось, как это можно переформулировать, подумать о биллинге, в котором была бы не обязательно однозначно вот этот доллар, а, ну, оплати своим временем, просмотрев X рекламных роликов, возможно, тоже как-то пересчитать. То есть это вопрос более, то есть понятного, но тем не менее чуть более сложного биллинга. Ну, то есть я условно не хочу тратить $2, но я готова посмотреть 4 ролика. И я понимаю, что это в любом случае деньги для этого сюжета, потому что, ну, там, через YouTube, например, ну, да, я просмотры могу заплатить по-другому. Да? Это может расширить вашу аудиторию. Плата времени. Хорошо. Да, это мы зафиксировали. Прошу. Да, я
Я вчера молчал, так впитывал информацию, сегодня буду говорить, так что... На самом деле, вот очень хорошо, что вы сделали презентацию, действительно сделали ставку на то, чтобы коммуницировать, да, вашу идею. Потому что вчера вы все-таки так как-то мешкали с объяснением и так далее, все очень круто. Теперь мне тоже действительно стало понятно за эти 10 минут, что же это такое и к чему это нужно применить. Что я хочу сказать, мне показалось, что вам действительно не хватает, то есть идея может быть есть, там, платформа, там, мысль, вам не хватает маркетинга, понять, какую нишу занять. Что касается именно сюжетов там, новостных, я не думаю, что мне кажется, тут меньше вероятность того, или по сути нужно больше изменений сделать в модели коммуникации для того, чтобы вам сконцентрироваться на именно новостных роликах, да, там или сюжетах. Если бы вы это, например, да, там, перечисли плоскость, не знаю, финансирование краудсорсинга того же самого кино, или документального, или может быть даже какого-то аматорского альтернатива. Но вот этим же проектом на Kickstarter, да, где люди, грубо говоря, вываливают первые 15 минут и говорят, типа, ребята, вот мы сняли несколько, у нас есть 150-200, поддержите нас. Может быть, вот таким вот образом. То есть, на самом деле, тенденция очень классная, да, то есть, вы вот сейчас, по-моему, в тренде, но еще не поняли, куда это нужно засунуть, если вы нуждаетесь в помощи. Потому что лайками, действительно, уже идет депрессиация, да, то есть, ценность лайков, она падает. Все эти боты, все эти, то есть, это не показатель, об этом пишут там, последний на Instagram, и Facebook всякие штуки. То есть это не голос. Реально, наверное, удобнее было бы, ну или там возможность была взорвать американский рынок, если немножко сказать там, не знаю, о каких-то документальных фильмах. Я не знаю, может быть, о шоу, может быть, добавить туда какой-то скриптинг сначала, за который тоже голосуют, ну, бесплатно, а потом уже голосуют платно. Может быть, добавить туда, не знаю, если будет уже замечательно в тренде, оплату тем же самым биткоином, который, в принципе, привлек аудиторию, уже та, которая понимает, она уже адаптирована к, например, инструменту оплаты. Может быть, вам следует посмотреть сегмент, например, я не знаю, IT-специалистов и, там, не знаю, снимать уже сюжетов, снимать только, там, не знаю, про действительно роботов или про то, как там кто-то, там, не знаю, хакатоны делают условно, да? Там, да ладно, видеопрохождений могло бы тоже, да. А инструмент, например, там, вкладывая слово биткоин, да, она могла бы как раз аудитория ребят, которые здесь, ее внимание, по крайней мере, на себе сконцентрировать. Но мне кажется, нужно подумать о том, какую нишу идти, какой вообще рынок даже идти на самом деле. Это сюжеты новостные или это какое-то краудфандинг кино? Более того, скажу, даже в Украине там задумывались некоторые, я уверен, что Екатерина, да, вот может там подсказать, ну, может быть, даже какие-то идеи в рамках независимых СМИ. Может быть, индустрия наша, это тоже можно. Мои друзья-документалисты месяц назад презентовали вот такую новую платформу, как раз именно для документального кино украинского. Я сейчас не помню наизусть адрес, но там уже есть несколько стран, там уже неплохой набор украинского современного документального кино делал Сережа Лысенко, то есть сконнекчу потом. Вот оно, ваш инструмент, как тул, конкретно к их платформе, ну, то есть если вам сделать jumpstart какой-то, да, конкретно понять, где оно сработает на 150%, потом вы сможете расширяться, теперь вы можете получать фидбэк больше. Я могу ответить, то есть как бы мы видим все то, что вы говорите. На самом деле видеосюжеты это раз, то есть мы вот пробуем, считаем метрики, аналогично текстовый контент, блогеры, второй. Тоже будем запускать, считать метрики. Мы видим даже такие случаи, как социальная реклама. Вот известная социальная реклама вот в Киеве, которая была там, мне не потребна английска, и дали 35 рублей таксы, яка вызвала критику. И критика завжди буде у виборі, яку социальную рекламу показувати. И мы можем бути навіть, як, ну, вибрати, який соціальний меседж донести, якщо нам скажуть направление, а платформа может выбрать. Ну, я добавлю очень коротко по поводу того, что сказал гость. Действительно, важно вам найти нишу, в которой вот этот момент соревновательности и медали лучшие, он, ну, принципиально важный. И еще одна ниша, о которой вы думаете, это местные музыканты. Они много снимают. Они много снимают из концертов. У них есть своя тусовка в рамках городов. Им интересно через такие платформы становиться более известными. И у них большие, маленькие, средние фан-клубы, какие-то люди, которые вокруг них. То есть вот эта среда,
которые можно найти. Людей, которые будут действительно голосовать, может быть, деньгами, а может быть, альтернативными течениями, которые выставили. Да, ну, да. Короче, смотрите. Да, прошу. Я еще дополню и Костю, и Катю. Я бы советовала как раз начать с одного направления контента, действительно, и выбрать что-то очень правильное. Это могут быть ваши обзоры игр, либо действительно музыка. Сейчас национальная музыка поможет получить инвестиции, чтобы потом запускать социальные вещи. Потому что социальность у вас изначально была задача, это круто. Второй момент, есть идея дополнительной монетизации, когда вы набираете базу пользователей, базу создателей чего-то, там, видео, контента, музыкального контента, не важно какого контента, вы можете эти базы данных просто продавать. Мы пишем privacy policy, что мы такого делать не будем. Я вам скажу, что я имею в виду продавать с точки зрения промоушена. Ребята, короче, нам нужен конкретный хороший маркетолог, потому что нужно посчитать несколько моделей, посмотреть базы данных, посмотреть кино, посмотреть там разные сегменты ветра. Считать возврат, раз, пожелать, и нести сюда презентацию к инвесторам, которые уже знают конкретно. И подумайте, условно, кому можно было бы, тот трек, который вы выберете, кому он может быть интересен. Вот подскажу сразу, национальная музыка интересна радио. И они точно, ну, с вероятностью 99%, как вы говорите, для радиофакультета, могу сказать, что им будет интересно включиться в раскрутку этого. Да, а это большой канал коммуникации. Да. Я сдам секрет один, да, перед тем, как мы начинали организовывать хакатон, сигналы от крупных радиохолдингов, что если, друзья, если у вас что-то вырулит, такое, что могло бы быть действительно взлетающее, применимое на нашем рынке, на это найдутся в том числе финансовые ресурсы. То есть ресурс есть. Но я хотел сказать еще, друзья, что за эти сутки это, пожалуй, ну такой дичайший прогресс от того, как мы видели эту идею очень сырой в самом начале и насколько сейчас уже структура, понимание, идеология, механика. Вот здесь, с точки зрения прогресса, я бы отметил отдельно, кстати. Да, прошу. Меня зовут Сергей, сразу представлюсь, я безбежный. Я тут гость. Сразу несколько мыслей по этому поводу. Я удивлен, много работников рекламы. Не отделяем мухи от котлет. Ребята, мне кажется, что здесь одна из главных базовых проблем, задачу нужно формализовать. Да, значит, если мы говорим про повышение качества контента, это одна отдельная задача. Если мы говорим про материальное стимулирование инвесторов, мотив инвестора, они разные, очень часто это мотив чисто материя. Это совершенно другая задача. Давайте посмотрим немножко отдельно, коротко пробежимся. С точки зрения... Я не имею отношения к маркетингу, я рассуждаю с позиции простой бытовой логики, человек, который много лет продавал строительные услуги. Смотрите, очень важно, для вас критически важно количество людей, которые поставили свой лайк либо внесли свою инвестицию. Но у вас отсутствует разница между человеком, который первый это опубликовал, и тем, который опубликовал это сотым. У человека должен быть стимул, помните, это замечательное интернетовское. Первый там, второй, бронзовый. Вот, человеку важно быть первым, вторым или третьим. Если в обычной ленте играют только на тщеславие или саморыбе, я первый это заметил, то здесь вы можете дать первому лайк нашему 3% от общего пула, второму 2%, третьему 1.5%. Эта структура немножко напоминает пирамиду, но если отвлечься от идеи о том, что пирамида безнравственная и аморальная, то это лучший способ набрать много инвесторов. Дальше. У вас минимальная сумма инвестиций $1. Я активно пользуюсь интернетом, я смотрю массу контента, и я ставлю, я не считал точно, там 30-40 лайков в день. Если я буду $30-40 в день
как средний украинец, тратить на инвестирование информационного процесса, я останусь без штанов через 2 месяца. А вот, некоторые продержатся дольше. То есть 10% это огромная цифра. Вам нужно, с одной стороны, сильно понизить свой роялс. Я думаю, что проценты или полупроценты. И сильно снизить сумму. То есть я, как простой украинец, могу инвестировать в информационное пространство, например, там, ну, доллар в день мне будет не жалко, да? Вот мы этот доллар делим на мои 40 лайков, получаем 2,5 цента. И если у вас лайк будет стоить 2,5 цента, его будут отдавать легко. И они посыпятся тысячи. Вот, если он будет стоить доллар, вы найдете мало людей, которые тратят его на, ну, типа, подгребную информационную абстракцию. Если мы говорим о инвесторе, который интересуется материальным вопросом, то здесь при вашей схеме неизбежно возникнет кошт. Эту тему проходят букмекеры через месяц. Лучшими по рейтингам будут лабутены Шнура, потому что у них самые массовые зрители. Они поставят больше всех лайков. А что-нибудь, то, что вы имели в виду как хорошее, оно потеряется за этим маргинальными лайками. То есть, если вы хотите бороться за качество контента, нужны иные инструменты. А вот эта вот информационная пирамида для роликов – это фигня. То есть, вы стимулируете место в списке, и у вас при удаче через неделю у вас накапливается тысяча. Люди, появляется целый класс людей, которые начинают искать те ролики, которые с их точки зрения принесут им прибыль. Их задача – лайкнуть первым, вторым, третьим, хотя бы попасть в десятку, в сотню, может быть, в тысячу. Потому что первая тысяча заработает 3% от тех миллионов, которые там накапливаются. Ну, просто идея подарок. Хорошая идея, да. Смогу чуть-чуть прокомментировать вашу идею. Вот эта идея с деньгами, что дифференцировать, сколько получится, это очень хорошо. Мы рассматривали это, и мы вот, первому инвестору сейчас мы рейтинг сам там, ну, не рейтинг, вот такие просто для инвестиций. Там это дифференцирует. Ну, а в деньгах мы не дифференцируем, для простоты, ну, ваша идея очень... Смотрите, да, сейчас мы опять ушли в детали, у нас задача была очень быстренько пробежаться, хорошо прочеркали, спасибо большое, поехали в следующее. Кто? Да, давайте я.